Кто-то говорит федерация, кто-то по-другому. Посол Молдовы в Румынии делает заявление против президента страны. Вот представьте себе, в какой-то стране посол, которого назначает через декрет президент, начинает там, да, президент такой и так далее. Ну, реакция какая должна быть? Обратно? Здесь, домой, давай здесь будешь делать декларацию. Простой гражданин. Я предлагаю правительству отозвать этого посла. Правительство говорит, нет. Так у меня простой вопрос к премьеру, кстати, вот смотрят, наверное. А как вы думаете назначать следующих послов? Вот вам придется через неделю-две приходить 20-30 новых послов в других странах. Вы думаете, что я буду подписывать ваши декреты? 9 января посол Молдовы в Бухаресте Михай Гребинча заявил, якобы основываясь на заявлениях некоторых экспертов, что указ, подписанный Игорем Додоном об отзыве молдавского гражданства у экс-президента Румынии Тарьяна Басеску, можно назвать неконституционным. Напомним, декрет о предоставлении гражданства Республики Молдова Тарьяну Басеску подписал бывший президент Николай Тимофтий. По словам Игоря Додона, процедура получения гражданства прошла с нарушениями, и если господин Басеску желает получить гражданство Молдовы, ему придется законно пройти процедуру наравне со всеми желающими.